В Магнитогорске по подозрению в получении взятки задержан главврач городской больницы номер 2. Сотрудники ФСБ арестовали Артема Черепанова в рабочем кабинете. Это оперативная съемка контрразведчиков. Главврач, а по совместительству и депутат местного собрания, как сообщают служители закона, был задержан с поличным. Якобы он получил взятку в размере 100 тысяч рублей. Позже при обыске у него было найдено и вовсе 1 миллион 300 тысяч. При себе что дать? При себе лично. В карманах деньги есть? При себе есть. Что? Какая сумма где находится? Помимо врача 100 тысяч рублей. Сейчас задержанного главврача больницы допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование дела взято на особый контроль следственным комитетом.